Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть на сервере Poke World Special. И, ребята, сейчас, точнее сегодня, у нас еще один победитель конкурса, который выиграет бесплатный пропуск на сервер. Но, ребята, есть парочку новостей. Я установил текстурпак, не прям он очень офигенный, если вы там, я не знаю, как он называется, забыл, но все же, может там кто-то еще напомнит или скажет. Я только установил его, знаете, ребят, почему? Потому что тут офигенные стекла. Я уже давно говорил, что я хочу себе сделать такой второй этаж, чтобы тут мы такие выходили, тут каминчик себе где-то сделаем, еще что-то, и такие смотрелись отсюда на спаун. Если, ребята, мы еще поставим обычный текстурпак. Вот, мы поставили обычный текстурпак. То тут, ну, стекла как-то не очень. То есть вот эти хрени мешают немного. А вот с этим текстурпаком отлично. То есть, вот, с этим текстурпаком отлично. Больше таких больших замен нету. Вот я вижу, может, цвет немного какой-то, камня другой и все такое. И тут немного. Но сама суть то, что тут окна красивые, то есть стекла и все такое. Ну что, ребята, еще немного. Какой дом у нас? Что получилось? Ну, тут я уже так сделал пол и все такое. Тут мы, ребята, сейчас пойдем купим себе вот этот кварц. Чтобы сделать себе вот тут эти, ну, стены и все такое. Тут на втором этаже, ребята, у нас, наверное, склад будет. Я потом себе сделаю. Тут на первом этаже я практически ничего не изменял, но, ребята, смотрите, какой я себе вход сделал. Давайте быстренько в ваниш войдем, чтобы нас не полили. Вот, ребят, смотри, какой я себе вход сделал. Да харе на меня нападать. Так, во. Я включу геймод, ребята, чтобы подлететь. Вот какой дом. То есть это у нас такой вход, и мне кажется, что вход действительно такой более-менее красивый получился. Эти блоки все сам я добывал, то есть вот даже у меня немного тут осталось, вот, ну, одна штучка, и вот тут 35 штучек. Мне кто-то дал там, да, полстака, то есть кто-то ходил, смотрел, что я строю, и дал мне полстака. Вот тут я вижу, я не поставил, давайте вот так и этот уберем. То есть, все, я, ребята, сам строил, и все такое. Вот такой у нас дом получился. Даже стекла я вроде сам делал, ну, в смысле, сам делал. Да, тут у нас еще пережарится, давайте как раз возьмем. О, и тут еще у нас есть, вот. То есть вот такой, ребята, у нас дом получился. Еще тут снаружи нужно будет все светить, а то темно. Ну вот так, ребята, тут у нас темный, вот темная глина, тут у нас оранжевая. Первый этаж, тут стекол нету, потому что тут, в принципе, и в горе некуда окна запихнуть. А вот на втором, ребята, этаже вот такой у нас получился. Тут там у нас вот подъемчик на втором. Твою, вот так. Там у нас подъемчик на второй этаж, тут у нас большая комната будет. То есть смотрите, ребята, тут у нас первый этаж. Смотрите, как прикольно получилось. Тут у нас первый этаж, вот. А тут у нас второй этаж. Точнее, это можно сказать даже третий этаж. Ну, в том смысле, что смотрите, ребята, между первым и третьим у нас получилась вот такая небольшая комнатка, где у нас будет склад. То есть это можно сказать как... Ну, хотя нет, допустим, это первый этаж, это второй этаж, а тут между первым и между первой и второй вот такая комнатка небольшая получилась. Поэтому, ребята, вот. Не знаю, нравится ли вам или нет, но если нравится, ребята, палец вверх, лайк за то, что я такой домчик построил, еще, конечно, не полностью, но все же. Тут давайте, ребята, пока мы перед тем, как разыграем пропуск, сейчас. Не забываем, ребята, что скоро Новый год, сегодня у нас 20 декабря, то есть уже практически Новый год. И что я, ребята, хотел сказать, то что сегодня у нас же разыгрывается один пропуск, да? А, не забываем то, что, ребята, на Новый год у нас будут много пропусков разыгрываться. И не только пропуски, а будут еще разыгрываться на сервере. Ты видел, как я на нас посмотрел и ваниш рубил? Ну, чтобы не спалили, но и так спалили. То, что, ребята, на Новый год тут будут розыгрыши не только пропусков, а будут и вот эти, как его, будут и розыгрыши шайни покемонов, будут розыгрыши конфет, будут розыгрыши легенд, будут розыгрыши даже, наверное, шайни легенд и все такое, ребята. Поэтому успейте попасть на сервер, то есть... Или купить пропуск, или еще что-то сделать, или попытаться его выиграть, чтобы попасть на сервер, потому что будут большие розыгрыши, ребят. И можете попытать удачу. Но, в принципе, людей тут не 100 человек, поэтому
Ну, будут такие, что выиграют, то есть... Конечно, будут люди, которые выиграют пропуск, то есть не 100 человек, что очень малый шанс, что кто-то выиграет, да, тут играет, ну, 10-20 человек, поэтому практически все получат там шайни и все такое. Поэтому, ребята, на Новый год как-то попытайтесь, может, если вы хотите попасть на сервер, то есть... Можете купить пропуск, если вы хотите. А еще расскажу, можете попытаться выиграть пропуск так как человек в этой серии, который выиграл бесплатный пропуск. Я еще его не объявил, но все же, ребята. Так. Тут у нас вот так. Тут у нас давайте еще вот тут сделаем. Вот так. И сейчас нам, ребята, нужно будет пойти купить себе кварц. Блоки, ну, кварцевые блоки. Так, вот. Более-менее. Там что, дождь идет? Ну, ща, ребята, давайте-ка мы тут еще сделаем. Вот. Ай. Ну да, вот тут. Так, есть у нас еще пару блоков. А, факел тоже у нас есть. О. Вот. И тут тоже, ребята... Сделаем тут еще быстренько вот это. Еще нужно тут лестницы будет сейчас сделать. Но все же, я, ребята, это делаю без гейммода. То есть я это все не строю. Вот это баганная текстурка, смотрите, ребята. Через нее можно видеть все, что тут творится. Смотрите, там арена. Там спавн у нас. Там даже... Опа! Вот это читерство, ребята. Смотрите, смотрите. Видишь, что там? Там у нас спавнер. То есть там у нас данж. О, вот так можно нифиговенько, знаете. О, ну сейчас уже не видно. А если обратно поставить, сейчас видно. Ну вот такое читерство с какой-то вот этой баганной текстуркой. Вот этот блок, Thunderstone Shard. Он какой-то баганный получился. И вот эти шарды вообще баганные получились. Что через них можно так видеть. Что где. И как. Ну вот тут, ребят, видите, спавнер есть. Может, еще что-то потом увидим. Ну, ладно, давайте это... Вот, видите, сейчас пропало. Ну, баг какой-то. Так. Как это там у нас было? Вот так, да? И сейчас... Ай. Вот так. Сюда. Вот так, ребят, отлично. А, да, там дождь идет. Ну, ладно. Знаете, что еще, ребята... Сейчас, а в принципе, давайте, знаете что, давайте мы уже пойдем объявим нашего победителя. Ребята, не нужно говорить, не нужно, точнее, расстраиваться то, что не вы выиграли пропуск, потому что сами понимаете, что там участвует 100 человек, и то, что 100 человек выиграете именно вы, как-то не очень вероятно, в том смысле, что не очень большой шанс, потому что 100 человек выигрывает только один пропуск, поэтому не очень много человек вообще его выигрывает. Но, ребята... Так как я говорю, на вот эти, на Новый год, точнее, а где тут дождь идет? Тут что, дырка где-то в стене? Потому что так слышно, что... Ну, фиг его знает. Потому что, вот, смотрите, тут не слышно, да? А тут как слышно? Наверное, тут просто стена тонкая или что-то такое. Ну, в принципе, пофиг, ладно. Поэтому, ребята, попытайтесь, точнее, не попытайтесь, а, на Новый год... 30, точнее, не на Новый год, не 31 декабря, а 30 декабря будут розыгрыши 5 или 10 пропусков, я еще не знаю. Вы спросите, почему 30 декабря, почему не 31 декабря, то есть прямо на Новый год. А знаете почему, ребята? Потому что, чтобы 30 декабря уже объявить победителей, а 31 декабря, чтобы они уже зашли на сервер, и 31 декабря, то есть на Новый год, чтобы они уже на нем играли. То есть, если мы будем разыгрывать пропуски 31 декабря, то они попадут на сервер 1 января, то есть уже после Нового года, можно и так сказать. Ну, как бы Новый год 1 января, но все же, то есть с 31 на 1 они не попадут. Попадут только днем 1 или там даже 2, потому что... Нужно их добавить на сервер, а, знаете, 1 января толком никто не будет добавлять никого на сервер, потому что, в принципе, никого и дома не будет, и все такое. Поэтому, ребята, чтобы больше шансов было вовремя вам попасть на сервер, и больше шансов уже Новый год, если вы будете иметь желание или никуда не будете идти, провести вот тут на сервере, то есть 30-го объявляются победители, 31-го они попадают на сервер, и с 31-го на 1-го вы уже можете, ребята, играть.
Вот так вот. Ну что, ребята, ладно, давайте пойдем уже объявим победителя. Пофиг, то есть, ребят, я говорю, не нужно обижаться и все такое, что не вы выиграли, потому что, сами понимаете, много человек там участвует. Так, давайте включим, потому что нужно полететь. Так, где это? Че, у меня карта пропала? А, во. Так. А где наша вот та? Вот она. Полетели, ребята, полетели. Вот сюда. Быстренько это напишем. И все. Точнее, кто выиграл. Так. Вот это. И все. Какой тут 10 декабря? И тут, ребята... Ой. 20... Нет. 10... А, ну да, в принципе. 20 декабря. Бесплатный пропуск. Выиграл. Ребята, еще раз скажу. Много людей участвует, поэтому... Маленький шанс, что именно вы выиграете. Поэтому, ребята, допс. Я не знаю, рад ты, не рад, но я тебе написал уже, по сути дела, в личку ВКонтакте, то есть, что ты выиграл пропуск, написал. Если, ребята, он не зайдет на сервер в течение 2 дней, то пропуск у него будет отобран и будет разыгран другому человеку, который сможет играть на этом сервере. Поэтому, ребята, вот так вот. Выиграл у нас уже один человек бесплатный пропуск. Поэтому, ребята, все, мы его разыграли, можешь заходить на сервер, можешь играть. А вы, ребята, не забывайте то, что еще раз повторюсь, скоро у нас розыгрыш больших пропусков, то есть скоро у нас будут разыграны много пропусков. И поэтому, ребята, заполняйте заявку в группе ВКонтакте, она была создана заново, потому что, чтобы, точнее, чтобы новые игроки тоже смогли принять участие, и не было много старых, тех, кто подавали заявку. Поэтому, ребята, вы уже можете писать, можете подавать заявку на новые, там, 5-10 пропусков. Точнее, точно, ребята, сейчас у нас, если вы уже подаете заявку, то там уже будут разыгрываться не 5 пропусков, о, точнее, не один пропуск, а 5-10 пропусков. Поэтому, ребята, подавайте заявки, и шансы на то, что выиграете именно вы, уже увеличились, потому что много пропусков сейчас разыгрывается. И не забываем то, что... Вы можете попасть на сервер, точнее, если вы хотите попасть на сервер, то вы можете купить пропуск, как написано в описании, вы можете зайти, купить и на новый год поучаствовать в больших розыгрышей призов, можно и так сказать, шайни, легенды и все остальное, я уже говорил, ребята. Так, где мои алмазные монеты? Кто-то стыбзил? Вот они, да, стыбзил. Тут у нас еще орбы, еще это возьмем, отлично. Тут у нас, чтобы пережарить. Вот это бы пережарить. А тут что пережарить? Уже ничего, да? Нужно вот те все ресурсы с улицы сюда перенести. Потому что тут их много. А, так, еще вот это можно забрать. Давайте попытаемся перенести, например, вот это. И нужно, ребята, еще сейчас пойти за вот этими, как его... за деревьями, потому что... За деревьям, да, потому что много у нас вещей, которые нужно, в принципе, разложить, как должно быть по сундукам. Так, это давайте еще сюда поставим. Чтобы у нас все было разложено там, где оно должно быть, и все такое. Так. Тут еще давайте вот это заберем. Тут еще давайте вот это заберем. И нужно себе еще, ребята, топорик сделать, чтобы пойти за деревом. Так, вот. А то стоит у нас вот это, сундуки на поверхности. Можно еще какие-то двери по-другому сделать, потому что любой игрок может открыть двери и зайти сюда. Тут, знаете, ребята, у меня такие экскурсии бывают. Когда я захожу на сервер, в ванише стою, вижу, как люди заходят, идут сюда, смотрят сюда, все разведывают, потом выходят. За ним заходит еще один человек. А, что тут такое? О, отлично. Во, зашел, посмотрел, вышел. То есть такие, знаете, ребята, экскурсии. Проходной двор, можно и так сказать. Поэтому нужно как-то по-другому это все сделать. Так, места уже тут у нас нету. Что мы сюда еще можем добавить? Фиг его знает, если честно. Места тут уже у нас нету. Поэтому, ребята, давайте, наверное, вот тут мы где-то сделаем сундучки. Например...
Тут у нас сундук будет. Нам бы еще, если честно, факелы сделать. 54, ну так. Ага, как мы их сделаем, если у нас даже дерева нет. А, есть. И палочка есть. Так. Парочку факелов. Вот так. Сюда. Дерево, нужно сейчас за деревом пойти. И еще, ребята, сделаем мы... Сделаем мы себе топорик. Вот он. Вот сюда. Так, отлично, дождь уже... Тут не слышно, а там слышно. Ну, понятно. Так. Так. Давайте сначала осветим тут все. Например, вот тут освечено. Потом... Вот тут и вот тут. Потом где-то вот тут и вот тут. Потом где-то вот тут и вот тут. Вот так, отлично. Тут давайте, ребята, будут у нас вот эти камни. Давайте это возьмем, это нужно. Тут пускай будут камни. Пока что больше мы ничего не сможем выложить. И еще давайте не только камни, ребята, а еще вот это глина, да? Глины у нас тоже много, я накопал себе. Вот тут есть глина, тут есть это песок. Давайте еще вот это все возьмем. Еще глина. Это давайте тогда обратно. И больше... А, нет, есть еще глина. Давайте вот это. Вроде еще давайте один стак возьмем. Так, сюда мы, ребята, это быстренько еще поскладываем. Так. А, у нас есть 25 блоков кварца, отлично. Так. И вот так. Отлично. Так, кварцевые блоки, ребята. Тут у нас тогда 6, 12, 15. Ну, хотя, в принципе, да, тут уже хватит. Еще знаете, где нужно? Вот тут нужно. Вот тут, отлично. И вот тут еще. Чтобы у нас, ребята, домик был вообще красивый. Так, вот, отлично. Еще сюда. И сейчас, ребята, пойдем еще, наверное, блоки кварцы купим. Потому что они нам нужны, а у нас их уже нет. Вот тут. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот тут только у нас сейчас хватит. Ой. Ну, давайте сначала пойдемте купим, ребята. 22 алмазных и 10. Ну, давайте, ребята, быстренько сбегаем сюда. Да, и нам сюда, в это... Что за фигня? Ну, ладно. Сбегаем сюда. И точно, что я еще, ребята, забыл. Сегодня, или когда сегодня, наверное, в скором времени будут добавлены НПС украшениями на НГ. Потому что я уже давно хотел, но я, ребята, вообще забыл. Так. Что нам нужно продать? Ресурсы сначала. Нам нужно продать, ребята, ресурсы. Где они продаются? Вот тут, да? Так, алмазиков нету. Как я тебе устраню его? Так, чтобы продать... Вот это давайте продадим. И еще. О, алюминий я кучу себе, ребята, нарыл. Так, отлично. Ну так, может, тогда проблема в ПК у тех, у кого нету звука. Попробуй переустановить. Так, что еще? Золото. Что еще у нас есть? Больше, в принципе, такого нет. У нас есть еще немного железа. Давайте еще немного железа продадим. Так. Отлично. Обменник. Обменник пока что не будем трогать. Давайте, ребята. Там босс, я не знаю. Кто? Лайрон, ну, он в земле. Продажа различных вещей, нет, продажа различных блоков. А, это мы продаем блоки. Создавал вот эти магазины, а сам не знаю, где что продается. Так, чтобы купить. Тут у нас шерсть.
Давайте еще два блока два стака кварца купим. Что еще нам нужно? Незербрик. Больше, ребята, я такого ничего не вижу, чтобы нам пригодилось. Ну, давайте еще стак вот этого купим. Потом может где-то пригодиться. И, в принципе, все, да? Давайте тогда вот это все обменяем, что мы напокупали. Сколько? 1, 2... Вот так. 33, то есть 10 алмазных монет, ребята, мы заработали. 10 алмазных монет. А нам нужен стак для того, чтобы купить себе алтарь. Точно, ребята, после того, как мы себе обустроим дом, сделаем НПС с продажами украшений, то тогда, ребята, мы уже вот это... Что я хотел сказать, уже забыл. Пока говорю, мы вот это все такое, то уже забыл. Точно, мы прокачаем себе РБ, ребята. Орб мы себе прокачаем, и один, и другой, на Молтреса и на Забдоса. Мы себе потом, ребята, прокачаем. Потому что Артикун у нас уже есть, нам орб подарили, мы его заспавнили еще тогда, когда я обновлял, да, алтари. Но сейчас, ребята, я уже не обновляю, поэтому сейчас нам уже нужно будет покупать алтарь самому. Можно и так сказать. Давайте еще вот тут сделаем. Это куда-то сюда поставим. Вот сюда. Еще лесенку нужно будет сейчас сделать. Вот тут. Не хватает. Так, еще давайте вот тут сделаем. Так. Че, дождь, ты прямо офигеть, как долго падаешь. Идешь и никак не хочешь прекращаться. Может, сейчас тебе тупо выключить, да и все, ты запарил уже. Так. Вот, отлично. Фу. Вот тут неровно получилось. То есть... Вот тут неровно получилось. Ну, как бы с этой стороны ровно, да? Так, как-то вот так, да? А с этой тут уже не очень ровно получилось. Может, тогда вот так? Сейчас, ребята, дайте я подумаю, как бы вот это лучше сделать, чтобы тут ровно было. Если, например, мы вот тут сделаем, то вот это нужно убирать. Например, как-то вот так. Я хочу, чтобы это все ровно было. Вот так. Но тогда тут неровно получается, противоположная стена. Зато тут ровно получается. Так, ладно. Тогда, чтобы не париться, давайте с противоположной стены также сделаем, как и там. Вот так. Вот так, отлично. Тут пускай будет вот так. Нормально. Тут у нас тогда еще вот так идет. Или это даже можно убрать. Такой у нас тут вход будет. Тут тогда еще тоже вот так. Хотя тут я не знаю, нужно ли вот это. Или вот так даже сделать. Тут. Тут давайте вот так сделаем. Домик себе сейчас зафигачим. Тут вот так сделаем. Ну, как-то вот так, ребята. Тут еще вот так давайте. Хотя нет, тут нет. Тут нет. Ну, как-то вот так, ребята. Больше я не знаю, где что можно прихреначить. Или, например, где у нас вообще вот лопата? А где моя лопата? Только не говорите, что я ее выкинул. Она зачаренная была. Мне ее тоже кто-то подарил. А, вот она. Так. Давайте тогда вот тут еще. Тут, видите, уже виднеется вот это. Снаружи. Хотя, если там виднеется снаружи, то это не очень. И так, и так. Ну, ладно, пускай так будет, да и все, ребята.
тут я не знаю, что делать с этой стеной. Как-то вот так. Вот. Сейчас. А, тогда с этой стороны тоже. Вот тут. Ай. Вот так. И вот тут вот так. Стена, конечно. Тогда с той стороны не будет. Тут нормально. Тогда с этой стороны хреново получится. Ух, я даже не знаю, ребята. Лучше бы я вот эти... не делал. Эти полосы кварца. Это, ребята, еще столько вот этой хрени тут будет. Много еще нужно вот это придумывать будет, как это правильно сделать. Например, вот с этой стороны нам нужно перенести, с этой стороны нам нужно будет перенести. То есть вот тут должен вот этот быть. Вот тут. Еще бы осветить вот это все, да? А то что-то темно. Вот тут, да? Я правильно делаю? Да, правильно. И тогда вот тут и вот тут вот так. Как-то. Дай, да не вот это ты ломай, а вот это. Вот так. И вот тут тогда еще. Если мы вот тут сделаем, то тут пойдет туда. То есть уже неправильно. Хотя... Вот так можно еще попробовать. И вот так. Тут тоже давайте как-то осветим. Тут у нас идет правильно. Тут правильно. Ай. Как-то вот так, а тут давайте вообще уберем. Тут у нас картина какая-то будет. Вот так. Хм. И вот тут сюда куда-то, и все. Ху, ну, ребята, серия долгая получилась, что-то я застроился. Но давайте, ребята, на этом заканчивать эту серию. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. В описании ссылочка на новую тему, где вы можете попытаться и выиграть пропуск на сервер. На этом, ребята, мы заканчиваем. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи и всем пока.